всюду враги, здесь растяжки стоят у каждой ноги. Разведка сказала, что враг где-то близко, и к нам подбирается гадиной склизкой. И скоро, возможно, решится на приступ, чтоб с землей сравнять курс и выступ. Мы чистим квадраты, открываем пространство, чтобы сбежать проклятого рабства. Сказала, что сегодня атака 4:00 по левому флангу. Батальоны на месте, артиллерия к бою, мощный обстрел по дальнему полю.